Езжайте. А? Сейчас, подожди, я уехал. Просто хотел следующего уроженца запустить, чтобы он с нами не поехал. А он видишь, на первый этаж. Ну, да. Ну я-то откуда знал, что. Ну я тоже был уверен. Я хотел, чтобы, ну, знаешь, чтобы, ну. Вот я поэтому и здесь. Потому что с музыкой я чуть не профукал. Он на детстве поехал. То пойдет как раз на Новомадинскую. Ну, по плану, Миш, все идет у нас. Прикольно, все эти А метеор, кстати, который мы там давно начали изготавливать, их в его нельзя отправить. Ну, некоторые подъемы. Вызови. Пассажист ты? Отлично. А ты видел, кстати, мы засняли прикол с этим лифтом? Ну, а с этим? Нет. Нет. Ну, другие, тандовым еще более. Просто, а понимаешь? Что за прикол? Ну, короче, если нажимать на все кнопки, когда музыка играет, будет музыка заедать. Видел, да. Ты видел, да, как у нас заедало во время движения? Ну-ка. Нет, здесь не прокатит. Нет, здесь не пройдет. Только отмену не забудь. А что у меня, он, блин, забыл отмену и пошел кататься. По всем этажам. Да, покатался. И в итоге завис. Где завис? На 15-м. Что, засел, что ли? Нет, он остался стоять с открытыми дверями. Представляешь? Ты понял, он остался.